В Мирном состоялся турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов. В нем приняли участие команды из города Ленска, поселка Айхал, городов Удачный и Мирный. На лед вышли ветераны хоккея. Один из них – Анатолий Косовец. Неоднократный победитель многочисленных чемпионатов по хоккею прошлых лет. Заслуженный мастер спорта. В свое время тренировал бывшего президента республики Саха-Якутия Вячеслава Штырова. Команда хорошая, ребята играющие. Все в прошлом играли в командах мастеров. Некоторые ребята, как говорится, уже давно закончили играть. Уже в возрасте, которым больше уже 40. Но они все равно стараются играть, стараются показать свой бывший класс в игре. В полуфинале встретились команды из Ленска и Айхала. Уже с первых минут матча айхальцы начали атаковать ворота соперника. В итоге со счетом 6-3 победу одержала команда Айхала. В перерыв команды ушли с одинаковым количеством очков. Самое интересное началось в заключительном периоде игры. Команды шли вровень, но все же Мирному удалось вырвать победу у удачнинской команды и со счетом 3-1 в пользу Мирного закончить игру. Игра очень упорная, чувствуется нерв игры, принципиальные соперники города Удачного, города Мирного. Игровые качели, обоюдоострые атаки как в одну, так и в другую сторону, я думаю, нету определенного лидера. В будущем такие игры планируют проводить чаще, ведь несмотря на возраст, ветеранам хоккея и есть что показать. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».